Доброе утро, мои дорогие. В 7 часов подорвалась, потому что жалко, если время просто так пройдет. Ой, какие же горы красивые, Господи. Тут сетка мешает, конечно, на окне. Я просто пришла вам сказать доброе утро. А у нас завтрак. Они, короче, кофе с этим чудеса. Так, ну что вот тут? Сырная сорти. Селедка нас поразила на завтрак. Икра кабачковая. Колбаски. Так. Порезанные фрукты. Ну, уже, во-первых, уже завтрак к концу подходит. Мы пришли из последних. Так, сметана, творожок. Йогурт. Сыр, фета. Так. Вот. Омлетик, сосисочки, наггетсы куриные. Каша овсяная, каша манная. Вот тут всякое сладенькое, что в молочко добавляют. Творожная запеканка. Что-то баклажаны какие-то не очень. Так, блины тоже с каким-то вареньем. Ну, так. Так себе, честно говоря, завтрак. Ну, тут чай, кофе. Ой, какие же горы красивые. Вон туда сейчас подниматься будем. Слушай, а что-то не видно там этих вагончиков-то. Вон другие, вон работают, а тут что-то не видно. Кругом одни подъемники. Кругом. Просто вот. Они прям пустые гоняют. +26°. Время еще 11 нет. Костя так удивляется. Они были, тут была погода, как в Питере. И дожди шли, и было очень прохладненько. А мы приехали. Все серьезно, видите, как проходишь. Нет, больше. А, больше? Больше. Ну, получается, все. Thank you.
Кучкуется. Ой. Оп, все. Приехали, да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Саш, ты не смотрела такой фильм? Ужас. Так что нужно успеть ко времени вернуться, а то остались здесь. А, они, слушай, не остались в горах. Ой, боже мой, какая высота. А там никто не был? Я говорю, вот я на Тейда поднималась на Канарах. Смотришь, что внизу, и прям... Ой, девочки мои дорогие. Ой, вы не представляете, как страшно. Саша, вон музей-то, вон он. Вот нам туда вот еще нужно сходить. Вот в тот музей. Если вернемся. Не, я имею в виду город. Не интересно, кстати. Я же на таком виде тоже. Ну, как дорога. А открыт этот как раз на каменный этот, да? Да, там тут два открытых. Нет, не на каменный, а вот которые по кругу как-то так едет и возвращают, да, обряд. Да. Назад никто не возвращается. Пустые идут все. Все там сейчас наверх. Все там остаются. Ой, смотрите, вон где городок-то наш. Господи. Там тоже вон на горе какие-то здания. Чего не сделаешь ради подписчиков? Чего ты свой рюкзак не взял? Какой? Как это называется? Папоротник. Что-то давно месяц. Папоротник. У нас мама. Папоротник? Где? Да, вот внизу. А, вон, я вижу. У меня у мамы такие кусты папоротника огромные. Да? Потом мы, короче, должны подниматься. Смотри, там дороги. Мы приедем, в горах дороги, какие-то здания. Что-то, господи. Потом же заезжают вот по этим. Самое долгое. Вот так рот открывает. Нет, надо слюну проглатывать, тогда устанавливается давление.
Эти дороги. Нет, это что-то типа... И вон там вон машинки едут. С ума сойти. Прямо жизнь идет. Сколько максимально? 2000? 2500. 300. Я максимально на 3500 потребовался. Шелбос, да. А шелбос, нет, там не 3500, 4. Ну это максимально, а я, да, ну, мы до туда не дошли. Вот я тоже где хочу шелбос. Это когда в школе еще учился. Вот Леха туда ездил. Они поднимались на 4000? Да, на 4000. Там какая-то как лагерь, 1600. И они под утро, короче, стою, специально поднимаюсь там, красиво. Там облака, получается. Кислородные баллоны, нет? Нет, ну он говорит, дышать тяжело было так. Ну, потому что надо свой кислород брать. Ужас, как далеко. А если спрятаться, я спрятаться. Чего? Чего? Ну, чего? А сколько получается? Там вроде дожди идут. Ну, вроде, говорю, потепление будет. А вот тут живут же, да. А тут жили, получается, да? Они опять сидят. Да, видишь, флаги смотрят. Да, да, Олимпийская деревня. А, ну да, конечно. Меня кто-то укусил. Есть какие-то насекомые? Я укусил. Самый большой насекомый. Как ты называешься? Рамазан придумал. Муранту. Ну тут же живут, которые приезжают на землю. Ну да. У нас это любит. Тут тоже есть Марчик. Да, заведующий отделением, он там каждый год ездит на сноуборде кататься, да. Ну, в Сочи он ездил, в Липецк. Блин, мне кажется, там парень. 50 лет мужик был на сноуборде. Ну, он такой худой, я не скажу. Хорошо вот. Что, приехали, что ли? Скорая помощь? Да, вон стоит. Ой, это же уранка. Тут, наверное, полка тоже есть. Ой, посмотрите, какая красота. Вот здесь жили спортсмены, когда были Олимпийские игры. Ой, девочки, только ради вас. Вот я это дело совершила. Так, я не люблю, когда эта кабинка дергается, когда вот эти опоры проходят. У меня прям все внутри, ой, содрогается. Ой. Здесь живут зимой лыжники, которые спускаются с гор. Ну вот теперь надо ходить. Что, далеко видно? Жарко. Прям очень. Прям жарко. Не видать там Красной Армии. Так ты встань на эту ступенечку-то, да нагнись. Мне кажется, лучше как? Будет. Во, как-нибудь. Нет. Нет? Никак. А фонари пластмассовые, которые так ругает Илюша Варламов, да. В таком климате долго они не простоят. Сэкономили. Махай.
Саша боится одна, говорит, был бы Даня. Ну, такие, как американские горки. Я-то точно не поеду. Думали, чего люди сюда в темноте поднимаются. А тут, вон, видите, прожектора какие здоровые. Все освещают и все работает. Есть там типа тормоза, там, это, короче, медленно ехать можно. Ну так давай прокатись медленно. Непонятно, типа, просто как. Нет, сейчас, короче, есть, получается, ну вот это. Ну, он, видишь, рукой тормозит. Просто непонятно, что если вот это сзади поедет и поедет быстро, то вот это все. Ну, видишь, там инструктаж проводят. И все? И все, а ты думаешь, что-то... Да, тут всего-то. Вот сейчас посмотри, через сколько они вернутся. Ой, ну красота вокруг. Ну просто. Да, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Тут покушать можно. Люди поднимаются, там такая высота, а потом еще переваливают через гору в долину водопадов. Но я не могу. Мне так это неприятно. Пончо. Пончо с орлом. Сумочки, украшения. А тут музыку играют. Что-то углядел. Вот тут вот зимой работает прокат лыж, всякого оборудования. У меня этих магнитов все холодильники обвешаны. Слушайте, прям все налажено. Здорово. Ну вот, мы нагулялись. Конечно, это громко сказано. С моей ногой не нагуляешься. И едем назад. Качается. А теперь нас мало, двое всего, не 6 человек. Вот не люблю очень, когда вот это под опорой проезжает. Ой. Вставай, я тебя сниму на фоне. Да, интересно, тут все работает, все налажено. О, Господи. Ой. Она так дрожит, прям. Ой, Господи. В
возвращаемся. Ой, а как люди еще едут вот это вот туда, за гору вон туда, Господи. Все бы хорошо, везде тут нужно ходить. А мне вон Саша говорит, надо менять коленку. Потому что ходок из меня, девчонки, никакой. Обидно прям до слез, потому что никто так не любит путешествовать, как я. Тоже листочки желтеют. Наверх уже меньше людей поднимаются. Такая очередь была. А тут уже тоже так по два, так. По три. А. Так, смотри на меня. Я тебе буду фоткать. Ой, не могу, все трясется. Он сейчас, вон туда мы прям вертикально. Да почему вертикально? Ой, успокойся. Ой, не могу, страшно. Парашютов-то не выдают тут, бля, так страшно. Ужас. Я еще все смотрела снизу и думаю, прям вертикально практически. Ой. Фу. Ой, рыбоньки мои, сижу вся мокрая. Только ради вас поперлась я в эту авантюру. Ужас какой-то. А, он вон, Костя говорил, пляж тут есть. Вон он, там, пляж. Вон, видишь, пляж. Ой, ну все, земля уже близко. Как в мультфильме, да? Земля, прощай. Да ладно, мам, чё, ты уже? Слава Богу, Господи, вернулись. Ой, девчонки, что-то с чем-то. Не зря после 60 лет тут дают такую скидку чуть не в половину. Трепещит. Ой, мать божья, Господи. Нет, спасибо, конечно, но, скажем так, огромного удовольствия мне это не принесло. Фу, вернулись к людям. Ой, смотрите, какие. Ой, какая прелесть. Ну, двухколесный. Мне бы трехколесный. Вот такой вот, да? Эх, педали надо крутить. А мы сейчас папа принесет документы, мы возьмем. Так, мы пойдем сейчас в номер, потому что телефоны уже разряживаются. Зарядим телефоны и будем думать, куда мы дальше. Ну и отдохнуть надо, потому что. Вон тоже, вон бабулечка идет еле-еле. Он тоже ходит. Ходок. Отели какие. Красивые. Да, отгрохали, конечно. Денег тут вложено. Ой-ой-ой. А плитка-то вон уже. Видите? Местами. Ну, 6 лет прошло. Много с малышами.
с маленькими, прям. Прям совсем с маленькими. Вот вчера в темноте снимала. Вон какие маленькие. Следующая. Малыши. Че? Следующая, получается, до электричков 3 часа, через 2 часа. Там мы будем в 4. Пока то, короче, пока все, надо посмотреть. А последняя во сколько? Оттуда? Да, из Сочи-то. Ну, из Адлера, вернее. Блин, короче, 6 часов, мам. Вот видишь, это... Слушай, я думаю, завтра, ну, прямо это утром ехать надо, наверное. Ну да. А сегодня тогда что делать? Сегодня я предлагаю эту, типа, передышку, а потом пойти в музей. А потом пойти в ресторан. Давай. Ничего себе, у тебя программка. Да? Тут березы-то тоже в дефиците. Нет, березы-то. Вот растут в катках. А вот эти вот есть такие искусственные-то на Новый год. Привет, Мишка. Ой, а вон там... Рога обломали. Слышь, рога обломали, говорит, оленю. Раньше, говорит, был 2. И с рогами. За 100 уж большую сделал. Смотрите, видите? Очередь больше 3 человек. Нет продавца за прилавком. Позвонить. Вот, а я увидела и не могу. Смотрите, скумбрия какая. Ой, хочу такую скумбрию. Горячего копчения. Ой, красивое все такое. Ой, мы вернулись. А у нас убрались. Все нам тут поменяли. Что, мои вот дорогие, монтировала сейчас видео. Прям обидно. Ну, не передает нифига камера. Ни высоты, ни объема. Не передает. Очень жалко. Вот поверьте мне, на самом деле все это смотрится гораздо круче. Жалко, конечно. Но ладно. А что поделать? Ничего не поделаешь. Так, ну ладно, это видео буду заканчивать, потому что это уже длинное. Сейчас наступит вечер, я уже поспала, отдохнула. Умаялась лазить там. Вот. Саша куда-то ушла. Так ей скучно. Что, она со мной сидеть будет, что ли? Придет, и вечером пойдем в ресторан. А в ресторан мы пойдем не просто так. У Саши есть друг Ричард. Он живет в Лондоне. Вот. Саша вчера ему послала нашу фотографию. Тут в Красной Поляне. Он прислал $50. Сказал сходить в ресторан с мамой. Он хоть и Сашин друг, но он не молодой человек. Так что вот, пойдем сегодня в ресторан прогуливать Ричардовы $50. Так что, мои хорошие, пока-пока.